Чего там у вас? Блять. Да уж. Да, жесть, конечно. Вот это изуродовали эту квартиру. Так. Да уж. Кто ж знал? Ты где пропал? Да я тут последнюю квартиру смотрю на втором этаже. А то поднимайся. Давайте, потому что я так понимаю, его тут нету, но слышь, у меня тут походу хуй его знает. Поднимись-ка сюда пока ко мне. Там просто лежак какой-то. Ну, лежак мало ли? Не. Я имею в виду это. Это мало ли, блядь, наебнут по башке. А я тут один. Вот, видишь? Тут кто-то тусовался. Ну, может. И причем... Не больно-то давно. Но сфоткай вот... это дело. Да я вообще снимаю прям. А, все. Так, ладно, помните. Хлеб, печенье, пюрешка какая-то, да? Ну да. Детские какие-то вещички, но это мало ли. Нет, это... Рюкзака точно нету. Здесь... Здесь вообще вот эта квартира, это те квартиры, которые были государственные, которые не выселили. Вот. Но я удивился, что их уже нету. Чердак чист. А здесь на чердак с этой стороны не зайдешь. С той стороны я. А. Так что
Жесть, конечно. Не, я уже там, я там уже проверял. Да не, в этом доме хорошие квартиры были. Вот эта вот квартира. Вот эта квартира была хорошая. Тут второй выход, смотрю, закрыт. Так. Ладно. Я смотрел там. Это типа шкафа отдельная. Слушай, я не знаю, настройки имеет смысл искать? Нет, это точно. Ну, давай походим, посветим. Стройка охраняется охранником с пистолетом, ё-моё. Это только в Камешково такое может быть. Жесть, конечно. Которую прочитали. Смотри, вот как та баба описывает, все сходится. Деревья, блядь, это. Дальше смотри, сейчас здесь не разгоняйся. Сейчас вот здесь будет, блядь, коровник. Вон там будет водонапорная башня, типа трубы торчать. И нам машину оставлять вот здесь. А дальше придется идти пешком. Вот прямо, прямо. Нам прямо. Но машину, я думаю, блядь, где-нибудь кинуть. Стоп, эта дорога здесь кончается. Все, сейчас ее не будет, не разгоняйся. Вот, видишь, это коровник, а вон там вообще старое здание. Машину, вот, смотри, видишь, кончается асфальт. И начинается, блядь, как она там пишет. Отсюда выехать можно только задом. Больше ты никак не это. Видишь, две дороги пошло. Вон старое здание, блядь. Где-нибудь вот здесь машину брось. Так, я материться не собирался. Потому что она там пишет, он видит какую-то трубу. Он что-то это. И вот по этой дороге нам надо сейчас чесать. Но нам надо чесать по навигатору. Так, ладно, я пока. Так, за мной не ходите, блядь. Если что, меня вытаскивать будете. А, я включил. Смотри. Блядь. Вот прикинь. Если и правда здесь. Следы вот есть, блядь. Бля, вот в эту хуйню не врезайтесь. Все колючки соберете. Я в нее врезался. Так, тихо. На, тут повсюду. Я уже костюм запорол. Да? Да, у меня есть спортивный костюм. Серег, держись левой стороны. Блять, правый, Серег, наоборот. Ты прав, это у меня левая сторона. Как думаешь, глубина большая? Нет. Думаю, тут видно было бы, даже если что-то закинуть. Глубина порядка на полметра. Ну вот она там и пишет, что он, блять, в болотистой местности, прямо, блять, вот под водой чуть-чуть. Как вот узнать, они проверяли этот водоем или нет? Спросите. Тихо. Угу. Но без фонарей, заметь, ходят. Без фонарей, говорю, ходят. На обычных? Может, даже просто это, на рыбы. Может. Серег, ты где у нас там? Вот сейчас сюда придешь, слышь. Сюда придешь, вот стой вот здесь на поляне, чтоб мне нихуя не думалось. Вот здесь вот стой, жди. Нету? Не, ну мало ли. Вон кто-то с фонарями ходит. Вон там фонари светят.
блядь, самому туда не нырнуть. Вообще тут вот не вижу, где иду. Но тут кочки. Блять, я хуй знаю. Были они тут, не были. Блин, непонятно. Глубина-то какая. Вот чё. Вот уже, блять, берег. Ну слушай, ну если... Что не думаешь? Увидели. Прямо не, ну пацан-то маленький. Ну да. И вот здесь какая-то. Вот здесь. Но следов подступа. Не, ну блин, я так думаю, пацан-то легкий был. Кинуться. Кинуть можно, а недолго. Ну как говорят, там до хера что надо привязывать. Чё, опять? Я так не поняла. Сразу после автобуса пропала, но он все-таки маму видел. Да никто не знает. Но мама знает. Так, главное, да, идем. Ладно. Ты где? Да? Давай иди на меня, иди на фонарь. Выходи из канала. Я уже ну что, помощь не нужна? Нет, выбирай. Блин, кочки. Вы где? Мы почти у канала. Так, я... Я, короче, на какой-то болотине, по-любому. У меня уже все больше и больше камышей-то. Ну, если они камыши называются. Так. Все, вышел. Кусты с малиной, что ли? Ну тут вот у канала с этой стороны вот вытоптано все. Все, да? Пришли. Так. Ну да. Вон канал.
это... Вот это трэш. Здесь только фильмы ужасов снимать. Антох, ты что ли там? Как трактор. Ну что там, вода есть? Нет. Ну трава выше меня. А там есть вариант, что она закончится? Что? Трава. Девчонки, вы где там? В общем, идите на голос. Дороги до леса пойдем. Пойдем. Ну чё? У нас 237. 273 говорим. Мы-то 237. Правильно? Да. 237. Хера тут туманище. Так, что-то пришло.